Итак, друзья, мы продолжаем. Следующий такой промежуточный шаг – это регистрация в Perfect Mind. Настоятельно рекомендую при регистрации записать свой логин в системе. Вот. Он вам понадобится для чего? Для того, чтобы потом давать свою реферальную ссылку в Perfect Money. У них тоже есть партнерская программа. Вот. Можете прочитать, да, что это за партнерская программа, сколько там денег можно в ней зарабатывать. Вот. То есть она вам, вот эта ссылочка, она вам нужна. То есть вы берете вот эту вот реферальную ссылку и подставляете просто сюда свой ID-номер в этой платежной системе. Вот. ID-номер вам должны прислать на электронную почту при регистрации. Сейчас, когда мы будем проходить процедуру регистрации, вы поймете, что это за ID-номер, куда его пришлют и так далее, и тому подобное. Так, ну что, тогда начнем. Нажимаем кнопочку, то есть вы берете у своего спонсора реферальную ссылочку на Perfect Money. Проходите по ней, нажимаете кнопочку регистрация. Вот, открывается такая форма. Соответственно, нам нужно заполнить все поля, которые указаны красной звездочкой. Вот. Ну, заполняем, да, пишем фамилию. Так, Сидоров Иван. Иван Федорович. Так, город Тагил, например, да, выбираем страну. Так, почтовый индекс тоже, видите, да, обязательно нужно указать. И электронную почту. Пишем, допустим, вот такую, да. Телефон тоже не обязательно. Тип аккаунта ставим личный. Придумываем пароль. Вставляем код с картинки, ставим птичку, что мы принимаем условия, ознакомились, ну и соответственно нажимаем кнопочку зарегистрироваться. Вот, но у меня сейчас регистрация, соответственно, не пройдет. Вот, смотрим, да, какие ошибки тут, пароль не совпадает, или капчу неправильно ввели. Или e-mail, может быть, уже в системе используется. В общем, если вы все правильно заполнили, то вам на почту придут данные ваши. Вот, и, соответственно, вы уже сможете потом безболезненно войти в свой Perfect Money. Вот, как входить в Perfect Money? Опять же, нажимаем вход. Вписываем сюда ID-номер, его вам пришлют на почту. Далее вводим пароль и вводим капчу 65 29 53. Вот, обычно в целях безопасности система просит ввести пин-код, который опять же они вам пришлют на почту. Вот я сейчас зайду с другого браузера сюда. Так, вход. ID номер свой. Вот, вводим ID номер и пароль. Так, 814 420. Логин. Вот видите, я с другого браузера захожу, он уже просит меня в целях безопасности ввести пин-код. Пожалуйста, проверьте ваш e-mail и введите пин-код для продолжения. Соответственно, я что делаю? Вхожу в свою почту, проверяю Perfect Money, сообщение от Perfect Money, вижу пин, копирую и далее ввожу в эту ячеечку. Нажимаю продолжить кнопочку. Все, и попадаю в свой аккаунт. Вот, обязательно сохраните пароль от Perfect Money, свой логин, почту запишите, какую вы указали при регистрации.
И, соответственно, вот этот вот номер долларового счета, он вам понадобится. Все, до встречи в следующем видео. Пока-пока.